Oh, no entiendo, no te complica, no se puede. Capaz que te sumo, no te apañaba, no la castrete. Ahora deshago en el. Oh, pica, yo que tengo algo sanduíche en el trete. Вот, упал. Ай, как больно. Он что-то такое, сверху туда отрабатывает. Так, смейте, 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 чтобы бутыли. У меня уже двоих не прикался. Ах ты портал. Что-то вот так убило. По краю. О, этот портал я перенал бы капец. Я тут снова не посмотрел, что я могу пройти все уровни, заставить. А ты что, опять не начал, да? Чем помогает? Бригадеш, хотя ангелярий. Выпусти нас с этого облака, не буду орать. Чёрт. Короче, сам не так читать. Так. О, бля. Акула, ты с нами? А, вы куда? Не знаю, бля. Я с вами. А, ты с нами, идём. Выходи. Да, бля. Кто еще такой? Не, немного не пелечь. Такой же демон. Блин, давай-ка написано, что ты демон. Что-то ломано тут от стены. На, привет, да. Ты заплачешь за ломание что-то стены. А я его тоже. Ну, а, все, идем. Сюда. Сломал поп под демоном, упал. Так, мне тоже надоело, да. Ломай пол. Окей. Чё за... Ой, не, уничтожение тоже быть. Вот как раз мой бегут хаос. Эй, пацаны. Вам не учили, как надо сейчас сработаться? Опернитесь. Не получите, прижмите мне кость. Сам, короче, мы поболтали. В итоге пошли сос. Дом соса. Эм, сос. У тебя же был нормальный дом, но кто-то его разрушил. Ясно, я пойду поищу тут ей дом. Если успеем, на пьяной связи. Там голова типа у меня лежит. Я буду промотывать некоторые слова просто. Так, где? Опа, ну, старый знакомый. О, Фрозлок, давно не виделись, а как ты сюда попал? Кстати, когда я бегал, у меня прилетел какой-то желтый камень. Я начал центрально чувствовать. Случился выброс энергии, света и Соника. Ты что, сам Экс отписал? Давай сделай. Мне кажется, эта штука уже не актуальна. Это уже не. Ну ладно, я ее уберу. Ты сама статую! Я не специально. Попытался дать кулаком Соника. Соник, уважай. Опять этот мем. Вы издеваетесь. Мне этот мем уже достал. Для тех, кто не понял, когда Соник сама сатка, я знала, что это вся дурка шутка. О, Шанель наверстая шутка. Чё за нафиг? Аааа, призрак, ван. О, привет, пацаны.
Виктор, думаю, ты должен сказать спасибо, что ли. Ладно, если сейчас догадаюсь, что насчет тебя? Откуда у тебя такая сила? Сам не знаю. Думаю, из камня. Мне бы так камень на бочку упал и сразу сильнее. А если нет? Ладно, пофиг с этой силой. Пойдем по... А куда? Вперед! Чего? Да не переживай, найдем их позже. О, в принципе, этот биом уже почти закончился. Привет. Так, что-то я просто искать номер, так что... Ладно, сам не иду. Молк. Ну что ж, теперь я вам объясню, что произошло, и мы пойдем дальше. У нас будет аж 7 же. Что на там? А что, битва? Идем обратно. Непонятно вот куда. Ну, тут музыка, я не знаю. Останься от меня кушать. Посмотрите, о, привет, дупок. Что ты не спишь? ДП. А, так я... Так я... Ну, где не спать? Потом все. Ой, заснули. Ну, кроме фузыка. Потому что ему не надо спать. На утро... После луны. Нет, давайте разжигать. Все. А, типа... Черпот врага, запишу с головами. Очень хитрый. Ух, не, давайте посмотрим тогда. Короче, недолго шли, тем временем, отходим. Ха-ха-ха, да пошел ты. Чё, рейджи битва? Ну, фига мне она нужна. И... Блин. Чем за такие? А, он... Короче, у меня больше нет сцены со мной. Вы прыгайте, я вас догоню. Ну, может, нам надо прыгать по этим кувшинкам? Что ж ты делаешь? Короче, нам надо прыгать по этим кувшинкам. И все будет вот. А это где? По барьерам, что ли, надо прыгать? Хоп, 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 и хоп. А что пропрыгал? Да пропрыгал, Соник пропрыгал. Соник, ты чего? Я сделал выпуск энергии, как и всегда, и да. Просто а то сука, я не знаю, как это это. Блин, я не мог же чеканки. Я вообще магии воды лови. Короче, я умею летать, он умеет водой пользоваться. Как умеет телепортироваться. Соник умеет поступать в воду и так далее. Так, да, короче. Не хищ. Да ладно, ты кто? А меня зовут Кира, я ученая. Решила выйти из леса, воды на антиксите, устроилась бы на нашей жиле. Отдохни, когда есть, есть ведьм, индюки, но немного. О, куда, хочу, да, ах, я не дошки. Вот.
Creo que necesito hacer el espacio. Vamos a hacer un poco de aquí. Hacía 8, 8, 9 videos. A потом я купил другую половину, а потом на другую половину и так далее. Что я тут делаю? Делаю изумруды хаоса. Тут значит изумрудики что-то есть. Я не понял. И что, мои мастики песка что ли? Золотой ксок! Это типа я царь горы. Сейчас все подыхает. Ты умирал то ли два, то ли три раза. Че за фигня? А, полез. Это всего лишь пошло до чаще из песка. Стоп. Что? Тоже так могу. Сам голову здесь. Бочка попыталась атаковать. Да пойму, но кулак прошел сквозь него. Потому что я невидимый. Умею летать. Меня никто не видит. Могу здесь сквозь стену. А, да пойму, да я Коляма не сломал руку. Что? Как я сломал руку, если я без смерти? Ладно, пиши дальше. Если ты использовал магию воды и лавы, тогда вы получили бы выжимки, тогда ну, он вообще выжимки. А потом сад поднялся в череп и перепортировал троих за спиной голема. А в итоге голем остался, и чем троица пошла, а ДПС отстали. Короче, хотите дальше? Все, да, тогда сходите со мной. Ну, давай тебе обойдем. Ну, погода идеально. А тем временем... Тира, я тебе сказал цветок. Да ладно. Бормочет на Стаса. Стас ходит с клубочком. Так идет фейспалмом. Соник старается держаться подальше от Киры, потому что уронил все ее вещи, что были в пещере. Лава. Ну, кроме цветока. Это ничего. Убери ты, пожалуйста. А, ну, меня вообще Кира зовут. Мне похоже. Познакомились. Ну ладно, вот и выход из пещеры. Расходитесь. А я пошла. Не, подожди. Я не знаю, кто ты, но я пойду так. А, так ну. Длинный монстр. Какого я зачем? Слушайте, наркоманская троица. Это вот форт. Форт! Форт! Я не имею в виду, ты чё? Я Гакалава. Мирных монстров. Тоже не мирно. Мы хотим с тобой сотрудничать с соседкой деревни, но они нас боятся и атакуют, потому что постольку, как они нам помогать не станут. Может, мы нам поможем? Это будет не лучше. Ладно, мы пойдем что-нибудь делаем. Деревня на садиках. Ну, я угадал. Подайте нам денег на валюту. Тем временем, люди. Отходи к зубам. О, блядь. Ой, да ладно. Это меня абсолютно нарушит его особенно. Ладно.
То есть, когда я это заведу, тут просто крыша такая. Давай. Нафига такого сюда? Я не знаю. К сожалению, единственный воин в этой деревне. Он турнир палки. Зачем ты топор? Вот теперь это фигня идешь оригинально. Хорошо, вы Владимир, давайте так я вам вы нам помогаете, я вам деньги. Нам особо деньги не нужны. Ну ок. Короче, мы чтобы должны у нас защитить за очередной атаки монстров, они в нашей деревне, не знаю почему, а убегают после нашего убивания. Мы все равно же... Ушел от меня! Так. Встретились они. Почему не о, привет. Я временем так сделал, чтобы правительный деревень заключить союз. Монстры защищают жителей, а тем строят дома. Было как прославки его нападающие нашего Амейдом Софьевича. Уже ДП и Ясу построили, потом ДП и Ясу. Распрыжка! Вы издеваетесь! А потом мы сюда убираться, зачем на пулемете они делали прямо. Подвал. Скорее обвал. Заснули, оказались здесь. Сас, нафига ты меня потащил? Это не я, а кто? Они. Оо, я чатил двоих. Потом я посоветовал камеру, на ДП их пошел. На ДП их послал. Смотри, что будет. Кастомный сам. О, привет, ребята. Привет. Чувак, найди способ меня освободить. Вот пронизнуть вам камерой и сломать всю тюрьму вашу. А? Вот так сделать. А почему Сас не тэпнется? Но у нас найдется специальные наушники, которые фронтируют из всех. Так. Открою дверь, ключу, потом ничего пускаю. Ой, ключ сломался. Главное... Редко сзади ДП. Ч? Надо тоже наполняться этим. Но все равно он успел сделать перед тем, как они отпинали его. Это новый скидки. Ну, дизайн поверхность. Замок, который он достаточно почему-то. Я все-таки ношу свое тело, непонятно почему. А я же плавает. Повалился в воду и очень быстро не случится. Четильным. Генерал тьмы. Здравствуйте, герой. Я ДТ. Чтобы выйти в замок, дайте ответ на мои загадки. Тут больше плагиатит плагиат с персонажей, да, с
Ну вообще, что ты там тормозишь, мама? Давай вот. Ты? Там он спустился. Короче, нас посадили в тюрьму. Правильно. О, у нас все спасатели. Смотри, куда падаешь, на меня чуть не упало. Спасибо за мысль здесь. Кто ты? Ну класс, если можно выбрать. Я тебя помню. В общем, ты вообще ежик спас, и я собираюсь помочь пить из КТ. Но да пошло на нафиг. Ну потом они. Познакомились, если. Думаю. Я добрый. Тем временем на базе противника. Разобранный лес. Мы же долго снимаем. Память. Битва, еще с угольный наклад. Какой-то мой пол. Поле битвы. Спалим. Идем дальше. Ладно, пошли. О, это хэппи-энд. Да нет, это не хэппи-энд. Вот другой дымок. О, не буду хаос. Да, надо все звезды хаос. Я ставлю все по стенку. Вон и битвы. Просты там от корон. А на БДСНском сцене и мы не могли показать там пут. Такой точно. Ну такой еще будут шанс. Ботаника. Мое место иногда. Вот короче, вроде накрыть. Фу, все, бла-бла-бла. Здесь мой кабинет мы. А здесь ма. Все такое. Вообще не связан со штанами. Для меня точно нет, больше нет места. Да, для меня нет места. Чё? Кость. Я постою.
Короче, ты играешь в Фолс почему-то. Похоже, больше. Вот это. Я полюбила. Конечно, мило почему-то больше похоже. Не знаю почему. Он встали на место, и использовали свои силы, никого нету. Так же стойки. The end. The end.